поступаю на психолога. Я поступаю на логопеда. На учителя информатики. На факультет дефектологии, на профессию логопед или олигофрена-педагогика. Мне 17 лет, и я поступаю в МГПУ на факультет перевода и переводоведения и зарубежную филологию. Я хочу поступить в педагогический колледж. Ну, вот, для того, чтобы помогать детям изучать информацию как можно лучше. Я поступаю в этот университет, потому что всегда хотела быть педагогом. Поступаю на факультет дизайна, по специальности дизайн. Я поступаю на физическую культуру, буду тренером. Поступаю на начальные классы. Ну, захотела я, потому что очень люблю детей. И выбрала я себе эту профессию сама. А в этом помог мне интернет. Это всегда востребовано. Работа с детьми. На бизнес-информатику, потому что достаточно интересное направление. На клинического психолога и дефектолога. Мне нравится работать что-то похожее с медициной, допустим, логопед, помогать людям, и я подумала, что я пойду в педагогику. Я поступаю на факультет психологии. Поступаю туда, потому что в детстве очень впечатлилась работой своей мамы и очень захотела тоже пойти на психологию. Хочу посвятить свою жизнь помощи людям. А здесь очень много людей и большие очереди. Потому что большой университет и много кто поступает. Я учусь в колледже от этого вуза. Так и узнала. И узнала от сестры. Вот, она тоже здесь училась. Знакомых здесь учится на самом деле очень много. Нашла на сайте по баллам, смотрела, какие баллы, ну, прохожу, в какие вузы, и вот выбрала этот вуз. В интернете, ну, часто реклама попадается. Естественно, зашла, посмотрела, все, устроилась. Моя мама тоже училась в этом университете на дошкольном образовании. Про колледж я узнал в интернете. Вот, пролистывая страницы с сайтами, наткнулся на этот прекрасный колледж. Посоветовал тренер, выбрала, потому что хочу быть тренером, мне это нравится. Мне посоветовала мама. Я решил выбрать этот вуз, ну, потому что он достаточно известный. Друзья много, кто в Москве уже учится, посоветовали тоже этот институт. Здесь очень хорошие, ну, отзывы преподавателя. У меня некоторые знакомые его вот окончили. Вот, и вообще он пользуется хорошей популярностью, как это, да. Ну да. Мне очень нравится рассказывать детям какую-то что-то новое, ну, вот, как-то их занимать. Мастер спорта, член сборной России по боксу. Тренер говорит, что здесь очень интересно, очень легко, ну и познавательно. И удобный график, главное, с тренировками и со сборами. Олимпиады скоро, поэтому планы большие. Вот, надо как-то учиться и тренироваться, а здесь это вполне реально, совмещать и тренироваться, и добиваться успеха. И что это очень здорово, знать много языков, вот, и в будущем хочу выучить китайский, французский. Мне вот здесь нравится, когда я приехала по обстановке и все такое. Народу много, очень много, не ожидала. И я не ожидала, что будет именно по номерам, там все вот это вот. Мне очень понравилась приемная комиссия по электронным билетам, все очень удобно. Потому что тут номер есть, вызывают, и ты идешь. А так без номера было бы плохо. Не нужно толпиться, не нужно ругаться, драться за место. Просто берешь талончик, номер, и ты здесь, и все хорошо. Мне нравится. А главное, в приемной комиссии люди, они очень общительные, с ними можно, ну, как со своим человеком пообщаться. Приемная комиссия организована замечательно. Сам сайт очень понятный, доступный. Что нужно, какие документы, время приема. Ну, все очень доступно. Очень здорово, что есть калькулятор ЕГЭ, то есть ты сразу можешь посмотреть свои шансы на поступление, бюджет или платник. Люди могут нормально подходить все. Никто не путается, и здесь очень организованно сделано, очень удобно. Встречается институт там дизайна, и сайт просто ужасно выглядит. Это как-то странное ощущение появляется. Здесь очень даже престижно выглядит, в принципе. Это радует, что все меняется.